Сейчас мы просто будем раскатываться с самых базовых трюков вылетать Олли, вылетать 50 скользить, наклон 50, бордслайды, фронтборд, эллипслайды и так далее. И постепенно мы будем увеличивать сложность трюков. У нас есть, грубо говоря, месяц, июль, чтобы тренироваться, вспоминать, что такое скейтбординг, вспоминать все свои старые и новые трюки, базовые и так далее. Он становится снова молодым. Короче, вот, давайте погоним, посмотрим, что у нас получится. Negative, I guess. Ну что, ребята, я вернулся после трехнедельного ковида, после самоизоляции. Буду по чуть-чуть возвращаться в строй, хотя тяжело перенес ковид. Сил практически нет. Тяжело дышать, буду проходить обследования медицинские на этой неделе, но вот решил впервые выбраться в скейт-парк на улицу и попробовать, каково оно будет, тяжело ли, не тяжело. Будем возвращаться в строй, в общем. Посмотрел вчера Олимпиаду, правда уснул в начале финала. Ну ничего, посмотрел конец, конечно, жестко. Непонятно, что произошло с Найджел Хьюстоном и Аурелианом. Я думаю, конечно, что один из этих двоих возьмет золото, но, видите, и такое бывает. Поздравляю всех победителей. Юта, конечно, просто феномен какой-то. Японцы красавцы, конечно. Все мы понимаем, что уровень это, конечно, запредельный. Чтобы добиться такого уровня, нужно кататься не 3, не 2, не 1 год, а все время 24 на 7. Ну, мы сделаем все, что в наших силах, все, что мы можем. Поэтому посмотрим, посмотрим. Сегодня просто будем чилить, раскатываться, прикатываться. Сейчас сделаю разминочку и посмотрим, что мы можем делать. Вот в скейт-парк тоже приехал Иван Монтейро. Может, сегодня с ним что-то снимем. Хорошо, что сегодня ветерок есть, очень жарко, но ветер вообще просто спасает, и можно даже в штанах кататься. Также мы сегодня будем тестить эти замечательные носки от Footprint и стельки от Footprint. И одни стельки мы сегодня разыграем в конце этого видео, поэтому смотрите до конца, ставьте лайк, подписывайтесь и колокол не забывайте. Анна сегодня будет меня снимать. También así.
Пойду делать Оле через фанбокс и тейл слайд по грани. What the fuck did you say? Yeah. Очень жестко нужно брить ноги, потому что летом не вывозишь. Это мышцы очень болят, и очень тяжесть большая в ногах. Просто. Like, why? Короче, покатался где-то час-полтора. Мышцы люто болят. Дыхалка подустала. Ничего. Я думал, будет хуже, так что будем дальше кататься. Я думаю, послезавтра пойду еще раз, потому что завтра, я думаю, будет все болеть. Видео уже нарежу сегодня ночью и разыграю стельки. Иван Монтеро, конечно, жестко навалил. Снял пару трюков его, поэтому тоже крутой получился опыт. В том плане, что ты видишь, как ребята профессиональные с такой стрит-лиги сцена, стрит-лиг сцены тренируются, раскатываются, видишь их тоже неудачи, что они пытаются сделать, что они тренируют и так далее. Очень крутой опыт получаешь, когда ты видишь таких скейтеров вне соревнований. Вот. Вот такой вот чиловый день получился. Будем в следующий раз, я не знаю даже, что тренировать. Я сейчас приду домой, составлю какой-то, что ли, список, не знаю. Или просто буду кататься, потому что прикатываться нужно, прикатываться к перилам, прикатываться к ступенькам. Вот это сейчас самый главный минус. Поэтому, ребята, увидимся в следующем выпуске. Пока. Конкурс, друзья! Итак, ребят, конкурс. В комментариях под видео напишите, пожалуйста, как скейтбординг изменил вашу жизнь. И автор самого яркого комментария получит приз стельки от Footprint. Удачи!